I love you so. Hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, when I play, I never stay. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Ребята, меня зовут Полина, и сегодня я буду показывать вам нашу поездку в Ярославль. Она на самом деле должна быть недолгой. Мы едем туда всего на день, без ночевки, просто погуляем там. И сейчас мы уже выезжаем, время где-то 8:30 или 9. Вот, я уже устала говорить, вот, и я сейчас сажусь в машину, и мы выезжаем. Первая остановка у нас, насколько я знаю, будет Переславль. You keep my hands on myself. Лимонад, манго, муракуйя. Ну ладно. Ужинать в вне. Это еще 100 километров до вас. Красиво. А потом 200, да? Нет. Но еще красивее мой лимонад. Да, нет, прям туда и обратно. Я гипнотизирую людей едой. Эклерчики. Совсем не страшно. Да мне нормально. Ой, ой. Ну, спорт. А, видимо, нету. О! Нифига. Да, это же стена крепостная, видишь? Ага. Прикольно. Для местных эта лестница уже, наверное, обычная, но мне стремновато. Ой-ой-ой. Что-то как-то слишком страшно. А, земля. О, испугалась это листик. Смотри, он поезд идет. Ага, прикольно. А это морской вокзал, у них тут, видишь, ступеньки стоят. Да, я вижу. Это Волга. Это ресторан какой-то. Нет, это отель. Прикинь. Это ж кто-то живет с видом на прям Волгу. Прям на Волгу. Это корабль. Интересно, там как это номера, это каюты, такие маленькие, неудобные. Маленькие, неудобные, мама. И связь с кораблем. Надо поближе подойти все-таки. О, водичка. Чего? Ну да. А что ты хотела?
Такое небо красивое. Ну это прям, конечно, Углич-Углич. Волга же тоже. Ну, Углич на Волге. Просто другая часть. Ну это да. Но все равно как-то прям. А Углич, интересно, тогда не начнется. Не знаю. Красивенько. Блин, красиво. Да ё-моё, опять. Падаю, блин, здесь. Вот это Волга. А вот это мама там стоит. Желтенькая. Ой, как красиво. Кстати, погода отличная. Серьезно. Прям вот огонь. Ну как солнечно. Ой, смотри, там пони. Может, в фонтане проверим, как GoPro снимает под водой? Вон там парк, да? Нам нужно вон туда. Блин, а это же если вот так подниматься, то вообще капец. Так получше. Ой, здесь хотя бы лестница адекватная. А что? Она хотя бы ровная, знаешь, и не ломается. После каждого шага страшно. Ладно. В общем, я сейчас порисовала, и мы вот здесь вот пока что стоим. Чего? Изобретатель, слушай. Почему ко мне? Твои сумочки прицепить. У тебя же тоже карабинчики-то, да? Да. Красивое небо. Ничего себе, как громко. Да, ну? Где колокольник? Не видно отсюда, но пойдем. Подожди. Подробности о нашей поездке в Ярославль вы сможете увидеть в актуальном сохраненном сторис.